Партию из 5000 медицинских масок Ульяновский моторный завод передал через администрацию железнодорожного района социальным учреждениям. Мероприятие состоялось на территории завода. Сейчас нас испытывают не только на наш иммунитет, но скорее испытывают на наши человеческие качества сострадания, взаимопомощь. В любые трудные времена мы всегда объединялись и помогали друг другу, и есть необходимость сделать помощь тем, кому она особенно нужна в данное время. Администрация района призвала и другие предприятия присоединиться к акции и оказать помощь нуждающимся, чем могут. Мы очень благодарны моторному заводу, что вот по инициативе вообще группы компаний «ГАЗ», да, по России раздается много масок. И вот сегодня 5000 масок моторный завод вручает социальным учреждениям, ну, не только района, но и города и области. Слова благодарности высказали те, кому были предоставлены маски. Хочу выразить огромнейшую благодарность, потому что мы, несмотря на то, что не являемся госпиталем, который непосредственно борется с инфекцией, но тем не менее мы продолжаем ежедневно обслуживать наших пациентов, в том числе и на дому. Коробка с масками была передана и Майнскому детскому дому «Орбита». Эти маски в основном будут использоваться воспитанниками и сотрудниками, которые общаются непосредственно с нашими воспитанниками. Это, ну, нам большая помощь. То, что группа «ГАЗ» нам вот помогла этими масками. Также маски получили другие социальные организации, среди них Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УВД РФ по Ульяновской области, школа для детей с задержкой психического развития, школа-интернат для слабослышащих детей, противотуберкулезный диспансер. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ.